8 января 2024 год. И афоризм дня на сегодня будет такой. Иудаизм – это религия, где в борьбе духа и плоти, плоть всегда крайняя. Написал я 30 октября 2011 года. Этот афоризм. Вообще про религию у меня много. И где ж как не подработано вспомнить о религии, да? Если у вас это заброшенные блиндажи рашистских оккупантов. Ну, то есть, из которых их выбили. Не наше подразделение, но мы на данный момент здесь. Если у вас есть воображаемый друг, это психоз. Если воображаемый хозяин, это религия. Капитально обустроились ребята там. В два настила бревна, в койке двухъярусные. Ну, сейчас фонарика с собой нету, сейчас мог бы показать. Ну, думаю, будет возможность. Рашистским оккупантам капут.